Посудомойка, чиновница и ужасная мать Марина Цветаева. Цветаева прогуливала уроки и дерзила учителям. На занятиях она сидела за последней партой и читала или писала. Ее исключили из двух гимназий за плохое поведение. В директора одной из них она была влюблена. Любвеобильная поэтесса часто изменяла мужу. Она изматывала Эфрона ссорами, сценами ревности и попытками разорвать отношения. К своим дочерям она относилась прохладно. Цветаева запрещала им любые проявления нежности. Обеих девочек она отдала в приют, выдав их за сироток. Двухлетняя Ира умерла там от голода. После революции Цветаева полгода трудилась на госслужбе в Народном комиссариате по делам национальностей. А после возвращения в СССР поэтесса стала посудомойкой. Другую работу ей не давали. У Цветаевой было плохое зрение, но она не носила очки. Она их просто ненавидела. Также она относилась к помаде. Поэтесса не красила губы, потому что не хотела, чтобы всякий дурак подумал, что это для него. Слушайте и читайте на Литрес. Скидка в описании.